Добрейшего времени суток всем. Ну что ж, пришло время посмотреть на следующий мод в той самой папке, которую я не помню откуда скачал, с трэш-модами. В этот раз мод называется «Целлюлит». Это от того же автора, что и про Леди Гагу. Тут вроде как локация одна, я уже зашел, посмотрел, и, возможно, это не растянется на 3 видоса, а на 1, ну, максимум 2, посмотрим. Ну, что ж, поехали. Новая игра. 18 лет есть, да, нет, периодически не помню, осуждаю. Да, вроде есть, поехали. Говорит не по-русски. Вставай, вставай. Вставай, вставай. Вставай. Хватит дрыхнуть. Какого хуя разбудили? Пизды давно не получали? В связи с сокращением финансирования нашу контору закрывают. Мы переезжаем на заброшенный полигон в зону 51. Нормально. Поговори с зеленым человеком. Прикольно, у тебя фотография налеплена. Нечто знакомое, да? Имя, фамилия. С прибытием в зону 51. Какого хуя вашей конторе опять от меня надо? У меня, между прочим, еще отпуск не закончился. Пока ты загорал в барокамере под рентгеновскими излучениями, мы провели один неудачный эксперимент. У вас, походу, все эксперименты какие-то неудачные. Завязывайте вы со своими неудачными экспериментами, пока еще не поздно. Но мы больше ничего делать не умеем, кроме неудачных экспериментов. Если только в министры податься работать или в депутаты, там своих экспериментаторов девать некуда. А если еще и вы туда припрётесь, то тогда точно полная жопа всем настанет. Жопа уже почти настала, жирная и целлюлит. Чего опять начудили? Мы хотели очистить ноосферу от целлюлита, чтобы во всем мире жопы стали гладкие, упругие, блять, мне уже не нравится. Но эксперимент вышел из-под контроля, и энергия целлюлита беспрепятственно хлынула через пробой в ноосфере. Нихуя себе. Нам вовремя удалось сдержать ноосферный целлюлитный сквирт, но наших сил надолго не хватит. И еще прокладки и тампоксы заканчиваются, а эффективно заткнуть пробой в ноосфере больше нечем. Но в принципе автор предупреждал в блокноте, что не играйте в это. Я все равно запустил. Мне что, в аптеку за прокладками надо по-бырому сгонять? Нет. Тебе надо по-бырому найти один древний артефакт, который способен целиком или полностью обезвредить целлюлит. Этот артефакт находится где-то здесь, на полигоне, но как он выглядит и где конкретно его искать, нам неизвестно. В этом уравнении как-то слишком много неизвестных. И откуда ты знаешь, что некий артефакт находится где-то здесь, на полигоне? Это инсайдерская информация. Не еби мозги, ага. Мне цыганка на базаре нагадала. Ну раз так, то я согласен найти хуй знает что, хуй знает где. Вот только хуй знает с чего начать, а хуй знает, но молчит. В общем, здесь, на полигоне, нелегально проживают одичавшие бомжи и другие антисоциальные личности с маниакальными наклонностями. Над ними когда-то проводились неудачные антигуманные эксперименты. Тебе необходимо втереться к ним в доверие и попытаться выяснить интересующую нас информацию об антицеллюлите. Понятно. А с какими еще неприятностями я могу здесь столкнуться? На этом полигоне мы провели свой самый первый неудачный эксперимент с ноосферой, так что будь готов к монстрам и аномалиям. И вообще, кроме нас, здесь с другими экспериментаторами было проведено множество различных неудачных экспериментов, особенно с ГМО. Ну, если что, не поминайте лихом и не обзывайте лохом. Ладно, мы постараемся. А чтобы увеличить твой шанс на выживание, с нас подгон со снарягой и оружием. И еще я сведу тебя с нашим секретным агентом. Его хоть пытай, хоть не пытай, все равно все разболтает. А почему он тогда секретный, если он все выбалтывает? Потому что мы от него все секреты скрываем. Еще вопросы есть? А вот интересно, как размножаются ежики? Половым способом. Очень развернутый ответ, спасибо. Кстати, тут где-то автор, по-моему, был написан. Блин, нет, не здесь. Походу в этом, в блокноте. Что-то там какой-то Алекс, что-то там. Вот что-то такое было, короче, Алекс. Нормальные моды делаешь, красавчик. Ёпта. Нормально с Маликом его налепили. Что он сказал? О, привет. Тень вонючки напоминает с этим. О, привет. Так, тут всякие постеры интересные. KFC, Макдональдс. Чо-чо-чола. Так, хабар тут надо забирать, как я понял, да. Ну, это у нас калаш, экзоскелет. Ну, короче, стандартные предметы, в принципе. О, смотри. Это такой какой-то более красный, да, смайлик? Забавно. Ёпт. Нормально. Ё-моё. Во-первых, тут вот эту бобылду с радара притащили, ой, не с радара, а с генераторов притащили. Во-вторых, тут машины по небу летают. Ёп твою медь. Нормальная тема, прикольная. Не, ну с машинами гениально. У этого фиолетовый смайлик, да? Забавно. Ладно, выдвигаемся. Так, это что такое? Иди отсюда. Куда нам надо-то? Кто сказал не шелести? Ёп! Что это такое? Какая-то капуста, блядь, с ртом. Помидор. Охренеть, да на меня фрукты нападают, вы посмотрите. Ананас. Помидор. Огурец, блядь, фрукты, овощи. Они еще так кричат? Пипец, а есть смысл вообще их убивать? Мне кажется, они вообще какие-то беспомощные, их можно пробежать. Так, а это у нас тут то валяется. О, нифига у него.
костюмчик. Еблом торгую, там было написано. Это какой-то пиздец. Что здесь происходит? Еще кто-то, подожди, ты кто? Ходил по бабам. Ага. Тихо-тихо! Тихо, блядь! Я не знаю, как это комментировать, но вы просто посмотрите, блядь. Это даже не трэш, вот это. Я не знаю, сны при температуре 39,5, что-нибудь такое. Так, ладно, они от меня отстали. Я наконец-то добрался на развалины хутора. Здесь нас ждет мужик, тоже с налепленной фотографией. Опять он пердит. Лисицын, привет. Привет, что с тобой? Вот жопу скрючило, резко срать приспичило. Ага, сел посрать, а штаны не снял. Вот, блин, забыл штаны снять. Никогда такого не было, и вот опять. А ты ходи без штанов и еще без трусов. Сейчас же лето, тепло. Нет, комары всю жопу искусают. Ну и ходи, обосранный. Иногда приходится из двух зол выбирать наименьшее. Лучше говно в штанах, чем жопа в комарах. Да ты у нас философ, оказывается. Может, подскажешь мне, философ, как втереться в доверие к местным аборигенам? Для этого тебе надо совершить какое-нибудь общественно полезное геройство. Например, наш малочисленный, но гордый народ очень любит злоупотреблять текилу, а для производства текилы нужен сахар. Короче, есть один контрабандист, у которого ты можешь раздобыть сахар. Продолжай. В общем, я тебе скину координаты этого контрабандиста, заберешь у него сахар и отдашь одному барыге, который гонит текилу. И тогда ты обретешь всеобщее уважение. Давай, скидывай координаты, и я пойду, а то у тебя говно и штану воняет так, что даже респиратор не справляется. А вот хуюшки, сначала ты должен еще кое-что сделать, а после я тебе скину координаты сахарного контрабандиста и этого самого текильного барыги. Вот блин, ну что еще? Здесь под мостом геи опять свой еврогей-майдан устроили. В Европу хотят таким же геем, как они, вот только в Европе геев больше нет. Европа без геев? Да ты пиздишь. Я не пиздю, сейчас в Европе вообще никого нет. Очень сложно выжить в радиоактивной пустыне, бля, понятно. Что за дичь ты мне втираешь? Так ведь ядерная война была, ты что, не в курсе? Я 20 лет в барокамере отдыхал. Где ж ты так навъебывался, что пришлось так долго отдыхать? Не твое дело, давай рассказывай, чего от этих... Тебе надо. Все, монетизации на этом ролике 100% не будет. Нихуя мне от них не надо. И вообще, я их ненавижу, но боюсь к ним близко приближаться. Вдруг они меня выебут в возвращенной форме. Так что тебе в одиночку придется их всех захуярить. Да я их сам ненавижу. Захуярю и всех нахуй, и даже денег за это не возьму. Вот ты нормальный мужик, уважай. Если бы все были такие, как ты, вот тогда бы настал порядок на всей планете. Скажем все вместе дружно. Короче, геев нам не нужно, золотые слова. Пипец. Я и так... копейки с роликов получаю. А тут мне желтую монету навешают, скажут. Ну, что-то ты злоупотреблял словом на букву П. Нормально у них там озон рубает. Ну и, в принципе, выглядят они тоже солидно. Так, тихо-тихо, ребятки. А почему они все не шелести особо говорят? Это намек на то, что Петруха любитель? Или что? Да кто это говорит? Откуда? Еще 3 человека. Нормально, разобрались. Что это такое? Знак каблука. Странная фигня. А чеко пихнули. Угу. Нормальные имена у них. Так, ну я, наверное, возьму одну ЛР-ку и патроны к ней. Задок подмахов. То есть тут, короче, генератор никнеймов переделали, да? Не встал на бабов. Понял. Пукан горелый. Трухан обкакан. Пиздец. До этого же еще додуматься надо. Хватал за жопчик. Пипец, у него еще кастрюля на голове. Ладно. А, ага, мне сразу координаты дали. А тайники есть смысл обыскивать? Они все помечены одним и тем же вопросом. Давай один попробуем обыскать, посмотрим. Что там будет, ёпт. Так близко пролетел, даже немного испугался. Что у нас тут? Да, тайники как будто бы оригинальные. Ну, вроде бы в оригинале такой же тайник был, я точно не помню, если честно. Но в любом случае тайники нам погода не сделают, так что, в принципе, похер. Так, ну чё, где там ваш этот текилогонщик? А, нет, у него же сахар надо купить. Текилогонщик — это другой чел. Здорово. Угу. Педрейро Гомес. Привет. Привет, мне нужен сахар. Сахара у меня нет. Мене ограбили, морда меня набили, сахар отняли. Кто? Менты или бандиты, непонятно. Я им рёт вибу, им жопу вибу, им... Ясно, я не буду продолжать. А куда они пошли? Вон туда, нахуй они пошли. Понял, понял. А здесь кто лежит у нас на остановке? Рамсы попутал. Пон. Бля, там тоже музыка с пэвордом играет. Не, мне не впадлу сказать пэворд, но мне не хочется желтую монетизацию. Хотя, блять, она все равно будет. Причем, казалось бы, ну ладно, навешаю желтую монетизацию на этот ролик, похуй. Так мне потом еще на следующие будут часто вешать. Это вообще пиздец. Душка. Так, архив, приказ. Все слова типа... Вот даже прямо сейчас мьютить, понял? Все, выполняем. Тогда получается, я могу говорить это слово. А монтажер все замьютит. Но если он, конечно, забудет, то, блин. Штирлиц никогда не был так близок к провалу, как говорится. Блин, костюмчики у них стильные. Мне прям нравятся. Такие штаны прикольные, куртки. Кайф.
О, я вырубил музончик, найс. Ну, вы его, скорее всего, не особо-то и слышали, потому что он довольно тихо играл. Так, что у нас тут? Ага, сахар. 50 килограмм. Ну ладно, у меня переносим вес 100, так что нормально. Где-то последний бегает. Я не знаю, есть смысл его убивать? Давай убьем, раз уж я его уже обнаружил. Но обыскивать не буду. Нарыл баблишко, понял. Ага, теперь сразу в деревню. Ну, короче, тут, как я понимаю, все довольно быстро пройдет. Типа, мод буквально на одной локации, на пару квестов. С одной стороны, наверное, трэш-моды такими и должны быть. На часик. А с другой стороны, конечно, про Леди Гагу прикольно было. Там целая прям история, разные локации. Но я уже говорю, там немножечко некоторые моменты затянуты есть. Уснул на рельсах. О! О! Это что, Скибиди вертолет? В прошлый раз была летающая бочка, теперь летающий унитаз. Ну, нормально, чё. Слово «хуй» на заборе не писать. Это везде написано. Понятно. Здорово. Нормально у тебя фотография налеплена, братишка. А как вас зовут? Пойду до ветру, сисек намял, литр не клитер, парик махер, надул гондонов, проеб зарплату, бордюр по ребре, каким макаром, огурец помидоров, Дунька Кулакова, Сидрочич. Ладно. Некоторые клички прям прикольные. Мне нравится. Теперь повешали табличку, потому что Сидор в прошлом трэш-моде срал. Ох ты ж, ёпт, это что-то страшное было, надеюсь, вы этого не заметили там на двери у него. Текилы у меня сейчас нет, только водка. Я это, сахар принес, вот, сколько ты за него просишь. Мне нужно то, хуй знает что, а точнее, ко мне поступила инсайдерская информация, что где-то здесь на полигоне находится некий артефакт, способный излечить от целлюлита. Я постараюсь разузнать, но не обещаю, а ты пока пообщайся с Дунькой Кулаковой. Подрочить что ли? Нет, не в этом смысле. К нам дальнобойщики на верблюдах проститутку завезли. Ее, как ни странно, зовут Дунька Кулакова. У нее такая тощая задница, смотреть не на что, даже глазам больно. Вот про нее я говорил, а не про то, что ты подумал. Натащи заду, проститутку у меня не встанет, если только по пьяни. Опять ты не о том подумал. Ничего такого с ней делать не надо, если не хочешь. Просто поговори с ней насчет целлюлита. Может, она знает средство какое-нибудь от этой напасти. А, так вот ты о чем. Держи сахар, а я пока пойду в прямом смысле пообщаюсь с этой Кулаковой. Надеюсь, что она живет не на улице кровавых ладоней. Кринж. Ладно. Где? В доме отдельном. Спальник в виде флага США. Гениально. Так, ооо. Нифига себе, она реально тощая, пипец. Офигеть. Это, наверное... Понял, круто. Ну да, в лесу, темной ночью, с мешком на голове. А правду говорят, что секс не повод для знакомства. В данном случае знакомство не повод для секса. Между нами все кончено, я полюбила другого. Как же так, нахуй? У тебя пуза нет, а я мечтаю о мужчине с большим пузом. И вот он мне... Блять, я не хочу это читать, честно. Это пиздец. Вот прошлый мод был такой кринжовый, но по-доброму плюс-минус. А тут просто пиздец. Вот что вот это вот написано, я не понимаю. Давай сменим тему, не то ща блевану. Ну о чем еще можно говорить, как не о сексе с толстопузом? Например, о погоде или политике. Ну ты извращуга. Для меня самое главное найти средства от целлюлита. Точнее, не конкретно для меня. Ну, в общем, для одного важного дела очень нужно. Для жопы своей жирной... Ладно. В каком-то смысле, но не совсем. В общем, каким средством ты борешься с целлюлитом? Самое лучшее средство от целлюлита — это регулярный... Ага. Короче, жохин-похин. Для моего очень важного дела это средство не подходит. А ты не знаешь, может еще есть какое-нибудь местное народное средство от целлюлита? А ты спроси у махера, у него совсем нет целлюлита. Я его голую жопу не раз видела, когда я с ним в проктолога играла. Ладно. Господи, какой ужас. Интим-стрижка. Ладно. Фига он этот чисто в рисунке ковров разрисован. Прикольно. Я надел трусы на 3 размера меньше. Зачем? Я думал, что это будет приятно, а оказалось наоборот. И я подумал, что это все неспроста. Чего, блять? А когда я вынул палец из жопы и понюхал его, я задумался о вечном. Ты че, ебанутый? Не исключено. Меня в детстве били по башке, когда я играл с писюном. С писюном? Ну да. С дедушкиным писюном, блять. Да зачем ты это делал? Дед сказал, что писюн ему теперь нахуй не нужен. Вот я и играл. Тяжелый случай. Да, это была хуевая идея, и поэтому я не мог от нее отказаться. Забей, лучше пойдем понюхаем собачьи какашки. Зачем? Поверь, тебе это понравится. Особенно какашки хороши, когда снег по весне растает. Ну нахуй. А еще я хочу силиконовые сиськи, отбеливание ануса и зеленого слоника. Это все понты, есть тема поважнее. К примеру, что ты думаешь о целлюлите? Ничего не думаю, о какашках думать гораздо приятнее. А все-таки мажет средство целлюлита, знаешь, какой-нибудь. Целлюлит — это жир. Говорят, что спирт — хороший обезжириватель. У меня есть один знакомый, сильно проспиртованный пропойца. Спроси у него, только про меня ему не упоминай, иначе могут возникнуть нежелательные последствия. Какие такие нежелательные последствия? Он тебя нахуй пошлет и разговаривать с тобой не станет, потому что я фаршманутый. Фу, хорошо, что я с тобой не поручкался. Это правда. Ха-ха! Нифига себе, у него рюкзак прикольный, мне нравится. Да и в целом.
основном он в такие милые шмотки расфуфырен. Но, конечно, лучше бы я к нему это лицо его не видел. Хочешь, я докажу тебе, что 2 плюс 2 равняется 2. Не гони, 2 плюс 2 равно 4. А ты сам прикинь, 2 пол-литра плюс 2 пол-литра получается 2 литра. Фига, хуй доебешься. А вот если смешать 2 бутылки водки по 40 градусов, то 40 плюс 40, по идее, должно получиться 80 градусов. Но почему-то по-прежнему так и остается 40 градусов. А почему тогда, если градус не удваивается, 2 бутылки водки шарашат 2 раза сильнее, чем 1 бутылка водки? В этом есть тайна великая, нашему разуму нихуя не подвластная. А правда, что спирт избавляет от целлюлита? У спирта есть множество целебных качеств, особенно спирт избавляет от застенчивости и скромности. А вот от целлюлита? Хрен его знает, но если только бухать без закуски, понятно, что нихья не понятно. А ты бухни, и сразу станет все до пизды и похуй нахуй. А если я забухаю, то всем станет хуй. Ладно. Это какой-то кринж уже, я не знаю. Нифига себе, подожди, покажи свой рюкзак. Ё-моё, прикольно. А у тебя какой рюкзак? Ну, у тебя неинтересный. Вот этот весь в сердечках. Не, ну скинчики у персонажей прям крутые, мне нравятся. А диалоги? Диалоги — это замечательные диалоги. У него тут туалет свой есть, разумеется, стоит. Я здесь по своим каналам пробил и кое-что выяснил про то, что ты ищешь. Так быстро? А хули, по рации послушал переговоры этих самых, ядрить их колотить. Короче, для лечения геморроя они запихивают сало себе прямо, не побоюсь этого выражения, в жопу. Но я ищу средства не от геморроя, а от целлюлита. Не перебивай. Ладно, ладно, я слушаю. Так вот, при лечении геморроя таким нетривиальным способом проявился один побочный эффект. В общем, шмат сала в заднице избавляет не только от геморроя, но еще и от целлюлита. Оказывается, все было намного проще, чем я думал. Не все так просто, в этом деле есть немаловажный нюанс. Какой еще такой нюанс? Сало должно быть хорошо прокопченным. Прокопченным. Ну, короче, копченое сало должно быть. Все, копченое сало больше не ем, а то мало ли. Да ты послушай до конца. Сало должно быть не только копченым, но и сильно просроченным. Фух, от души отлегло. Короче, когда эти... Это самое сало не используют, оно хранится в сундуке. Сундук в казарме, казарма на их базе. Вот только сало они просто так не отдадут. Так что тебе придется этих голубцов отправить в последний путь вперед ногами. Но это я мигом, мне это не впервой. Забрать антицеллюлит. Че, просто на пролом пойдем или там через толчок, через вот это вот все попытаемся? Здорово, мужики. А, ну это те же самые челы, что и под мостом были. Военных тут, короче, зомбированными сделали. Так, что у меня нормально по хп? Пару раз всего попали. Я уже почти со всеми расправился. 4 человека тут осталось. Бам, мужика добиваем. Сюда еще кто-то отошел. Блять, чуть не умер. Да нафиг. Найс. Все, с военными разобрались. Так, в общем-то, вот ящик, вроде бы, да? Да, сало. Задание выполнено. Вернуться к зеленому человеку, воспользоваться телепортом. Каким? Телепорт на базу осознания. Понял, принял. Капец тайников, кстати, падает, да? Смотри, просто вся локация в тайниках, хотя я вроде не так уж и много народу убил. 6 военных под мостом, десяток здесь, но при этом я не обыскивал их. Я просто еще 2-3 трупа обычных сталкеров обыскал, которые были. О, это что такое? Ёпта, теперь какие-то рожицы страшные. Нифига себе, понаспавнились. Клоуны, идите отсюда. Череп какой-то. Пиздец, вип. Так, телепорт. Бам, готово, все. О, нифига, у нас тут свой исполнитель есть. Забавно. А кто мы вообще? Монолит? Монолит так монолит. Как успехи? Вот, с очень трудными трудностями я раздобыл это сало. Оно избавляет от целлюлита и еще и от геморроя. Его надо кое-куда вставить. В общем, туда, где геморрой обычно и бывает. Какой уникальный экземпляр, 2 в 1. Этим артефактом мы очистим ноосферу и от целлюлита, и от геморроя. Одним выстрелом завалим 2 зайцев. Но я надеюсь, что на этот раз эксперимент будет удачным. И я надеюсь, что на этот раз у нас получится не только лишь все. Вернее, лишь все, но не только. Ну и хуй с ним, это не важно. Так, пам-пам-пам, пум-пум-пум, тру-ля-ля. Завтра грабим короля. А может не надо, а? Ты решил, что я сбрендил? Несу всякую чушь. Просто когда я усердно думаю, мои действия не совпадают с моими словами, а слова не соответствуют моим мыслям. А я уж подумал, что все, капец, не дождешься. Да мне похер. А знаешь, почему предыдущий эксперимент был неудачным? Ага, не знаешь. Мы не учли главного. Мы подключались к ноосфере спереди, а надо было подключиться сзади. И что? У ноосферы задний порт подключения более тугой, чем передний. Но теперь у нас есть сало. А знаешь, где у ноосферы задний порт подключения? Где? В нашем сортире. Это почему? Когда я достаточно долго заседаю в сортире, мне
мне в голову приходят гениальные мысли. А когда выхожу из сортира, мысли куда-то пропадают. Между прочим, я докторскую диссертацию в сортире писал. Ладно, верю, я думаю, что все сортиры как-то связаны с атмосферой. Коэффициенты корреляции, флуктуации квантовых состояний — это не исключено. Как говорится, удивительное рядом. Ну да, рядом. Это, наверное, хорошо. Но главное, чтобы мой шканарь был как можно дальше от параши. С этим не поспоришь. Но достаточно дискуссий, приступим к эксперименту. Сейчас я включу пульт управления, а ты иди в сортир. Там в полу дырка, это калоприемник. Засунь туда сало, и эксперимент вступит в фазу глобального антицеллюлитного апофеоза. Ну что, погнали нахуй? Погнали. Так, тут есть толчок. Ничего себе. Пиздец, ладно. Не вставляю эту хуйню в архив, это никто не должен был увидеть. Но если кому интересно, в качестве конечных титров там просто показали огромную целлюлитную жопу. Фу, блять. Ужас просто. Ладно, этот мод полная хуйня, я не знаю, как еще описать. Конечно, автор в плане трэша красавчик, ну, он умеет прям всякую хуйню творить в игре, грубо говоря. Но, конечно, что там происходит по сюжету, особенно в этом моде, это... просто пиздец. Диалоги. Ужас, ужас. Ладно, возможно, кому-то понравилось, но я, если честно, кринжанул с этого мода. Но я думаю, по-любому нашлись и те, кого это повеселило, кого это позабавило. А на этом все. Обязательно подписывайтесь на канал, прожмите уведомления, чтобы не пропустить следующее видео по сталкеру. Ну, уже, конечно, более серьезные, по нормальным модам. Вступайте в группу, заходите в телегу, все есть в описании. Всем спасибо, все свободны.